Израиль и Кузьмин на связи, друзья мои. Заранее лайк и заранее нет, комментарии заранее не надо. И подписка заранее. Пердящая собака, как обычно, тоже с нами. Какая тут атака газа, вы не представляете. Киида тоже с нами, кстати. Сейчас вот в белом текстолите, в бело-оранжевом так стали делать. Кстати, стаки стали. Что, в общем-то, пятерочку им за это. Почти азимов. Ну, в общем, сходил я на это свидание. Говорил все у вас, как бы, регулируйте. По итогу, значит, что вышло? Значит, вводные данные. Девушке 25 лет. Я моложе. Может быть, сильно, может быть, не сильно. Не суть важно. Познакомились мы в гадюжнике под названием Твинби. Кто слышал, тот знает. Как бы позиционирует она этот сеть для знакомств, приложение для знакомств, что поиск через тесты на психику, как говорится, на тесты совместимости. Короче, надо вначале пройти 3 теста, и потом тебе начнут показывать анкеты. И, соответственно, там в анкете написано, на сколько вы процентов совпадаете. Также ответили на вопросы, как и будущая ваша жена. Ну, там ужас. Полный ужас. Потому что только совсем недавно ввели верификацию. А до этого там можно было... Короче, все еще. Там всего лишь галочка стоит, но ты не обязан ее ставить. Все еще каждый день лайкают в огромном количестве фейки. Просто им наконец-то урезали бесконечные лайки. А у нас они все еще есть. Но, тем не менее, в общем, нарваться в этом гадюжнике еще раз, как нифиг делать, на спамы, на фейки, на обманы жесткие. Я вам потом про обманы, возможно, расскажу. В принципе, про все приложухи для знакомств. Значит, оделся я вот как в шорте в этом показывал, абсолютно нормально, скромненько, без лишних этих. Вел себя спокойно, но, значит, что за ситуация? Тот самый случай, когда в реальности не тот человек, вот даже эмоционально, характерно не тот человек, что был на фотках. Там фотки прям такая зараженная бейба, только может быть на одной фотке из 3-4, там вопросики могли быть, что она скромна, простая русская баба. В общем, звездец, конечно, с первого же взгляда. Это была не любовь с первого же взгляда. Надеюсь, что взаимное, потому что вытягивать приходилось мне самому все это свидание. Я как человек приличный не сказал, что ой, давай-ка это до свидания. До свидания, нет, не до свидания ни в коем разе, просто пока-пока, девчулька. Ну, прошлись мы с ней, в общем, что я выяснил интересного. Ну, у нее подружка тоже архитекторша, в Москву поехала учиться, а потом и работает по специальности, до хрена зарабатывает. Это неинтересно, по сути. Она не так давно встречалась с мужиком, которому 32 года. Любви как таковой не было, встречалась она вот 6-7 месяцев. Это все я вытягивал, У нее были 6-летние отношения. За 6 лет не зачать ребенка, не сделать. То есть, возможно, у нее еще и дети, и она их скрывает. Мы же тоже умеем скрывать все различные вещи. Значит, не по кайфу свиданка, еще такая скользкая погода. Скользкие люди, скользкая погода. Но у нас просто сейчас то снег, то дождь, то тает, то замерзает. И сейчас, ну, реально, льдышка. Но она подскользнулась, я даже ни разу не подскользнулся. Я крут хоть в чем-то хорошо. Плюсы какие-то должны же быть. В общем, 40 минут ни о чем, по сути, поболтали, впустую потрачено время. Но нет, опыт, конечно же, безусловно, был. Больше ничего я вам не буду говорить, но вот еще раз, это часто такое бывает. Я вот сейчас буду топить за связь по видеозвонку. Прямо по видеозвонку, потому что на фотографии совсем другой человек. И по характеру еще раз скажу. А по звонку вы поймете, кто это... Девчонка простая, деревенская, слишком спокойная, или это на движениях девчонка. Очень говорю, в принципе, так это по свиданиям сводочку я буду вам давать. Смотреть надо в камеру, не надо отворачиваться.
Также вообще, в принципе, про эти сайты знакомств будем ведать. Кто-то считает, что это просто все абсолютная помойка, не только Твинби. Что вообще нормальному мужику с нормальной бабёшкой познакомиться Unreal. Дисклеймер. Если вы моя родственница, мой родственник в женском поле, и вы это посмотрели, не надо смотреть, только дисклеймер в начале был. Сотрите все из вашей головы, сотрите, сотрите. Сейчас я вот так вот сделаю. Все. С вами был Израиль Кузьмин. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока. До новых встреч.